Ну что, ребята, рядом со мной стоит просто легенда мирового бокса Сергей Ковалев. Сергей Ковалев, здравствуйте. Для меня это просто огромная честь. Я не ожидал, приятная неожиданность. Ладно, хватит. Не, серьезно, я... Вообще, первый вопрос, ну расскажите, пожалуйста, кого вы будете поддерживать на турнире, какие бои вам интересны завтра? Ну, естественно, буду болеть за земляков. Вот у нас такая уже сформировалась звезда местного калибра Иван Штырков. Вот. И я думаю, он то есть заложил уже начало для того, чтобы двигаться уже и на международные арены. Поэтому ну, за него, естественно. Вот. Ну а также за всех ребят, кто представляет нашу землю русскую. Вот. А скажите, пожалуйста, вообще вы давно следите за смешанными единоборствами? Ну, если честно, не сказал бы, что слежу, но сейчас как-то стал, наверное, немного просто в курсе этих событий в связи там вот как бы с Хабибом Нурмагомедом, то, что стал чемпионом и давно пытается все взять титульный бой, но его там по понятным причинам все отфутболивают, потом там то, что Макгрегор начудил. И, ну, до, еще, правда, до боя с Мейвезером, то есть, вот, как бы, естественно, это об этом UFC все теперь знают, UFC бокс, это уже такая, как бы, дуэт неплохой получается, денежный. Это да. Вот, поэтому, так вот, ну, теперь, как бы, просто в курсе некоторых событий, но не могу сказать, что я слежу прям, я просто, если честно, за боксом-то не успеваю следить, потому что столько много, как бы, событий происходит, и... Потому что если на каждое событие, за каждым следить, то как бы тогда придется тренировки пропускать. А скажите, вот недавно была фотография в социальной сети Instagram, где вы с чемпионом UFC, Тиджей Дилашоу, там что-то обсуждать на фотографии. Можете как-то прокомментировать, там, как вы встретились, как произошла эта встреча? А, да, он вот, ну, не так давно стал чемпионом UFC, и он приезжал в зал. Вот, и тут получилось так, что... А я об этом даже и не знал, и когда приехал, то есть вот Ти-Джей, здорово-здорово. То есть уже, кстати, на выходе, то есть он выходит с зала, и я, получается, ну как бы да, закончили тренировку, из зала вышли, и тут, получается, там Джон, то вот, и с ним его партнер приехал. И он, ну, тему завели, он говорит, о, у тебя такая классная BMW. Я говорю, да, я считаю, BMW, ну, как бы в этом классе самая лучшая машина. Я просто, ну, по крайней мере, я на лучшем не ездил пока. То есть для меня она очень, ну, а как ты относишься, типа, там, к Audi? Я говорю, ну, это Audi уже, как бы. Он такой, да зря-то, у меня R8. Я говорю, я знаю, что у тебя R8. Я на R8, конечно, не катался, но вот. Ну, и как бы слово за слово, мы там немножко, как бы, разговорились, вот, обсудили там просто по машинам. И так, что обменялись просто... пару фразами буквально. Вот, и пока мы там общались с Ти-Джеем, то есть Джон успел там сделать фотографии, я потом, да я даже и не знал, он потом мне присылает, и когда я уже сел в машину, еду домой, такой, блин, ну и так вот запостил тоже в Инстаграме. Вот такой дружелюбный парень, вообще позитивный, вот недавно у него тоже родился ребенок, вот воспитывает в нем бойца, тоже такой. Болеем за него тоже, он сейчас наш товарищ такой спортивный, приезжает вот с Васей Ломаченко обмениваться опытом, вот так как бы все вместе там дружной семьей спортивной живем. Признаюсь вам честно, я не очень сильно слежу за новостями бокса, поэтому я хочу вас спросить, как сейчас продвигается ваша карьера? Да ничего нового. Идем своим путем, как говорится, начертанным нам Всевышним. У меня 4, наверное, августа, то есть точного места нет, но вроде как, ну, в Америке точно, но не буду тогда опережать события, просто, по-моему, по дате уже определились, 4 августа, вот, будет бой с Элейдером Альваресом, это первый номер WBC, претендент на WBC обязательный, но уже там в третий бой подряд его как-то все... Стивенсон обходит, там, не знаю, каким-то образом они не боксируют, он выбирает других соперников. И он, видимо, чтобы не просиживать, как бы согласился на бой. То есть это очень достойный соперник, он без поражений. Первый номер в рейтинге WBC, главный обязательный претендент, получается, на титул WBC. Вот, ну, будем выяснять. То есть не то, что выяснять, я буду защищать свой титул WBO, который мне принадлежит. Но хотелось бы в дальнейшем, конечно, объединительных боев. Но не будем забегать вперед, сначала нужно его выиграть, потому что он достойный сам. Я считаю, он
ну, голодный до побед и опасный этим самым. Как это говорят, взгляд тигра, eye of a tiger, да? Ну, вот в ринге и увидим его взгляд. Спасибо вам большое за интервью. Спасибо. И завтра увидимся на турнире.